Эй, Сара! А, это ты? Ты знала, что у меня день рождения через 2 дня? Нет, и лучше бы не знала. И ты намекаешь, чтобы я пошла на твой день рождения? Нет уж, забудь об этом. Очень неприятно слышать твой отказ. Странно, что ты согласилась пойти. Ну, действительно, зачем идти на день рождения к парню, который тебя бесит? Говорю сразу, мои родители сдают этот дом, и пока в нем никто не живет, я здесь отмечаю свой день рождения. Неожиданно, конечно, видеть тебя здесь, но я все равно очень рад, что ты пришла. Это еще только начало. Дом большой, гостей придет много. Это ты ее уговорил прийти? Нет, она сама пришла. Дженнис, ты еще кто такой? Пока. Это просто какой-то парень. Просто парень? И как ты можешь спокойно относиться к этому? Что они встречаются? Абсолютно нормально. У меня к тебе есть еще странный вопрос. Как ты относишься к тому, что Макс будет встречаться с Сарой? Ты с чего вообще это взял? Ну, не знаю, я чувствую это. Я пойду отсюда. Все было здорово. Пока всем. Алекс, ты за главного. Следишь за всеми, чтобы никто ничего не сломал. Маньяк. Вот поэтому я выбрала тебя. Ах, ты хочешь сказать, что мы с тобой не просто друзья? Ну а разве нет? Постой, подожди! Ты что, тебе нужно? Отстань от меня! Я же нравлюсь тебе, ведь так? Хорошо, исполни мое желание на день рождения. Ты ведешь себя как какой-то маньяк, и ты меня уже достал. Так и не скажу тебе то, что хотел сказать. Мое желание на день рождения не исполнится. Ну хорошо, ладно, пока.